Да вы только посмотрите, скайблок из алмазного лаки-блока. Не понял? Купик! Топового видосика не желаешь? Желаю, а еще желаю поставить как можно больше лайков на это видео. Ребята, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Прямо сейчас сделайте это. Смотрите, есть кнопка красная такая, подписаться. Прямо сейчас нажмите на нее и подпишитесь на канал Купика, потому что иначе дело не пойдет, понимаете, ребят? Что ж, я хотел сказать, что сегодня у нас с Купиком будет битва островов. А алмазный лаки-блок, остров из алмазного лаки-блока и остров из золотого. Да, все, Купик, начнем. Начинаем, мы уже спампоинты все построили. Сразу же быстренько ломать. О, что? Нифига себе, сразу постройка какая-то спалилась. Слушай, ну можешь починить, Купик. Можешь починить остров. Она у тебя тогда не так много блоков сломала, поэтому... Нифига себе мне выпадает. У меня два стака алмазов сначала выпало, а потом сейчас два стака железа. Нифига себе, вот тебе, конечно, повезло. А у меня пока что не очень... Что, блин? Куда я улетел опять? Я же сказал, Купик, у тебя не так много блоков сломалось. Ну и что, всего лишь пару блоков, конечно. Да, всего лишь пару блоков. Еще одна базука. Во, я тебе сейчас помогу. Ой, прости. Еще одна постройка. С какого? Да я тебе их ломаю, Купик. Я тебе помогаю. Спасибо тебе, конечно. А зачем ты это делаешь? Ну, чтобы не было построек, Купик. Вот и все, это же гениально. Да, круто, круто, круто. Так что вообще, что-то все фигня. Еще одна базука, чувак. У меня их уже три. Так, вот проверяем. На! Три базуки. Ладус, мы с тобой сегодня не начали повыбраться. Нафига ты меня бьешь, блин, дурачок? Я тебе помогаю, Купик, успокойся. Зачем ты меня только убиваешь? Я тебя... А, ну, прости, ой, это... Купик, это побочный эффект, прости. А, да? О, всего лишь, ну ладно. Кстати, тогда... у меня нагрудник. Ой, Купик, что-то у тебя там не безуха. Да, у меня выпал всего лишь какой-то динамит, какого-то фига. Что? Почему они с чешуйками? А, серьезно, они с чешуйками на башке? Так, сейчас я попаду в них. О, попал. Ой, ой, Купик, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это все ты, Купик! Блин, сколько их заспанилось, блин! Да, мне кажется, им пора домой, да, Купик? Мне кажется, пора домой. Да, все, я их уже выгнал. Да, все, и день пришел. Ну, как быстро, слушай. Да, конечно, но... мне столько алмазиков не надо, тем более я из них ничего крафтить не собираюсь, это тоже... А вот это топчик. Я, конечно, вам очень рад, но зачем вы здесь заспавнились всем? Кто? Офигеть, сколько у вас здесь появилось! Овечки, блин, всякие! А, овечки, ну... Слушай, а что тебе, они мешают, что ли? Ну, немножечко, да, честно говоря. Ну, ладно, так, у меня здесь спампоинт. А, нет, он у меня здесь. Все, хорошо, запомнили. Еще базука. Так, Купик, я тебе помогу брать овечек. Можно было мне, честно говоря, немного не помогать. Я бы и сам справился. У тебя хорошо, больше не буду. У меня целый ряд базук. Так, это уже есть. А, значит, смотрите, тогда сделаем вот так. Потому что у той жиски уже чуть-чуть попортились. Да, блин, что-то одно и то же выпадает. Что такое, неинтересно? Опять нагрудник. А у меня вообще какая-то фигня выпадает. У меня есть, короче, сейчас в инвентаре только один лишь цветочек. Цветочек? Да? Я смотрю, Купик, ты готов к ПВП? Ой, и сушите! Да он меня опять убил, блин, он меня достал уже! Я хотел в него стрельнуть из своей базуки, и ты мне не дал это сделать. А он немного не успел, я его сам успел убить, все, я просто завалил кухню прав. Короче, мне нужны блоки, потому что я умею забираться по блокам. Я хочу забраться на дерево просто, и иначе по-другому у меня этого не получится сделать. Ну-ка, а может допрыгну? Ладно. Я допрыгиваю. Воу, топчик, ну-ка сейчас. Надеюсь, только сейчас здесь будет не заметить, а непонятно. Я же умею забираться, почему я не могу забраться? Так, это все выкидываем, шлем надеваем. Может, я выше сейчас прыгаю? Воу, вот это да, вот это выше. Ну это что это такое? Шлем пока снимаем, потому что он меня запутает и вообще. Блин! Что было, Купик? О, я уже потерял даже спанкнул. Минус, Купик, да. Слушай, у тебя даже лаки-блоки там все потерялись. Так, да, а это что за боты? Немножечко. О, я даже прыгать сейчас перестал. Так, мне нужны так, мои ботинки. Я к ним уже привык. А ну-ка ушел отсюда, у меня есть базука, я Купик. Я ухожу, подожди. Ушел. У меня, кстати, она по цвету своей брони. Кстати, прикольно. Ну, не так, фига, сегодня повезло, конечно. А у меня меч на 235 урона. Вот в чем мне повезло, Купик. В ПВП мне повезет. Откуда у тебя такой меч? Так, жители. Иди, пожалуйста, нафиг, ты здесь нафиг. У тебя что там эти взрывы-то? Я не понимаю, у тебя лаки-блоки там даже не осталось. Слушай, твои взрывы до меня доходят. Дождь из ТНТ, слушай, от тебя идет, представляешь? Купик, убери его, пожалуйста. Как я уберу? Я не знаю, блин, вообще, ой. Ёлы. Дождь-то все еще что ли идет? Ё-моё. Купик, посмотри, что у меня заспавнилось. Купик. Мне пришлось включить геймод, чтобы на это посмотреть. Это же Соник! Это аниме, что ли, какое-то? Нифига себе, подожди, ребята, вот это да, слушайте, второй раз выпадает картина.
Это девочка, Соник. Так я тебе говорю, почему Соник девочка? Ой, лава, блин, да. Да, все, я вообще спускаюсь обратно, выключаю геймод, и дальше мы по-честному начинаем ломать. Я так быстро ломаю. Да, да, по-честному, все нормально. Вау, какая большая. Вау, я, кстати, могу картину поломать. Ой, я упал. Случайно. Честно, я не хотел. Может, ты тогда сломаешь, что вот этот щит, который я тут заспавнился. Не, я не буду ломать, тебе никакой щит. Ой, а че я так медленно ломаю? Я так быстро это делал. А, видимо, я ел яблочко какое-то. Ну-ка. Во, топчик, ну-ка, еще и достаю так далеко. А я уже устал просто эту штуку ломать, и нифига мне здесь вообще не упадает. Еще один от колодец, нафиг капец. Мне вообще нужен. А как мне, о, я придумал, как мне забраться. Мы ломаем два лаки-блока, из них почему-то ничего не выпадает. Как-то так, я не понимаю. И допрыгиваем, ого, вот. Че, вообще прям ничего не выпадает? Да, я должен дерево доломать себе, опа. Так, ладно, что у тебя, сколько там еще лаки-блоков осталось примерно? Воу, это бомбы что ли бросаются или нет? Я не знаю, проверим потом на кубике. О, нет, давай лучше не надо, можно лук, не надо. Все, лук оставляем себе, это точно. Так, это мне уже выпадало, и это выпадало, все это дело. Как много всего сразу. Так, мне нужно очистить весь инвентарь полностью. Да, там все, выкидываем вот это дело. Кубик, сколько лаки-блоков у тебя там? Я не знаю, я, блин, все это время ломал эту решетку, которая мне здесь вспомнилась. А, ты в ловушке был? Да, я тебе говорю. А, я просто прослушал, так я бы тебя взорвал просто и все, ты че? Ой, да, точно, ты такой добрый получается, блин. Ты как раз упал, а я в тебя начал кидаться бомбами. Да, есть такое немного, блин, я смотрю это. Давай, давай, иди отсюда, иначе я в тебя стрельну. Прости. Стой, ты не убивай меня, блин. Ты дурак? Чё? Ты меня вообще уже достал убивать просто, капец какой-то. Все, больше не буду. Кубик, да, ПВП, больше не буду. Я так и тебе поверил. У меня столько топовых вещей упало, блин, там шлем какой-то классный. Я бы его подобрал на самом деле, но что-то я пропустил. А у меня вообще никаких вещей нет, с какого фига? У меня блоков нет даже, чтобы добраться, я бы скрафтил алмазные блоки. Ой. Кубик. Я уже так все достал, Владус, это просто какой-то капец. Кубик, у тебя вообще там, что происходит, одни взрывы. У меня взрыва, по-моему, еще ни разу не было, просто мне ни разу. А у меня весь видос просто одни взрывы, вот именно. Взрывы, я уже устал от них. Это что? Леггинс, мне как раз леггинсов не хватало. Во. Блоки, блоки. У меня не было места для блока. Ну иди нафиг отсюда. У меня убил, блин, он меня достал вообще уже. Я одинаковые базуки, ребята, если что, выкидываю. Если вы вдруг подумали, что я дурачок, я не дурачок. Это просто одинаковые базуки. Какой-то топор, ладно, он у меня есть. У меня еще, в принципе, есть лаки-блоки. Их очень много, кубик. У меня очень еще много лаки-блоков. Вот тебе, конечно, везет, а у меня вообще нифигашеньки нету. Можно тогда хотя бы желтые лаки-блоки поломать? Так, сейчас я кирку повыкиду. А, да, дополнительные лаки-блоки ломай желтые, потому что я свой спампой случайно сломал. Ай-яй-яй! Я ж сказал, что я спампоинт сломал, ты нафига меня скинул? Это не я. Ладно, верю. А, хотя я все равно здесь появляюсь. Ёлы-палы, фу. А он меня прям летел, ты прям вовремя это сделал. Опять свой спампоинт сломал, ну ладно, больше не буду. По крайней мере стараться. Оп, оп. Оп, что-то одно и то же уже выпадает на самом деле, кубик. Почему у меня все, у меня пропадает, все вообще крашится, я вообще нифигашеньки не понимаю, что происходит что здесь. Что значит крашится, кубик, я не понял. Ну, в смысле, у меня какая-то фигня выпадает, ой, еще здесь. А, так, не знаю, слушай, чем тебе здесь помочь даже. Слушай, у меня так знаешь, еще целый два, а нет, точнее, один с половиной ряда остается. Сейчас мы их быстренько доломаем, потому короче, что... Короче, смотри, мне выпал эндер-жемчуг, можно я к тебе прилечу и твои лаки-блоки поломаю? А, нет, нельзя, нельзя, кубик, ну, мои лаки-блоки ты уже... Жадина, жадина. Слушай, что значит жадина? Я вообще-то на ПВП с тобой хотел поделиться вещами. О, я тогда не против, потому что у меня вообще нифигашеньки нету, блин. Вот, слушай, я с тобой поделюсь, но только чуть-чуть, кубик, только чуть-чуть. Ну, ладно, ладно, ладно. Кубик, смотри, что я могу. Сломай его, пожалуйста, то он меня достал. Кого? А, спавнер? Давай, изи. Да не меня сломай, а спавнер. А, ну да, я просто забыл, что у меня кирка есть, прости. А, да? Ой, капец, ну бывает. Да, бывает, слушай, бывает. Все, мне нужно все вещи вот эти повыкидывать. Так, все вот эти ботиночки. Одни новые выпали, ну-ка. Воу, они такие быстрые, я, наверное, их оставлю. Зачем мне заспавнилась эта хата? Оставлю, но надевать не буду. Не знаю, что за хата. О, кубик, хочешь сломаю, там спавнер. А, я же летать могу. Ой! У меня опять выпали динамиты, да блин! Ну, что сделать? Что сделать, кубик? Я не знаю. Так, у меня есть кирка, давай я тебе помогу. Я сейчас заломаю все эти спавнеры. Почему мне сегодня так не везет? Я просто нифига вообще не понимаю. Минус один спавнер, кубик, сейчас будет минус второй. Давай, давай. Да, спасибо тебе огромное за твою помощь. Эй! Эй, что? Все, сломал. Ой. А где я оказался? Где? Ты на месте стоишь. О, вот сейчас исчез. Блин, меня куда-то телепортировало вообще, что нифига не понял. Не знаю, кубик, слушай, я не представляю даже, где ты, потому что я тут все еще на своей территории, тебя здесь реально нет. А, ты появился. Все, я уже здесь стою. Так, да. Блин, о, все, шлемак. Блин,
На самом деле, в общем, здесь у меня все... А, точно, блоки, блоки, блоки. Я сейчас вот хотел только про это сказать, что у меня блоков нет. И я не смогу сломать последний ряд. Но сейчас я накопаю. Еще что ли один рисунок? Я не понял. Не по... Да, кубик, еще один рисунок. Офигеть. Как, где он? Какая-то женщина-вода, я не знаю, что это такое. Женщина-ветер какой-то. Не понимаю, что это такое. Я тоже не понимаю, что у тебя там такое вообще происходит. Блин, так круто летать, слушай, вообще классно. Так, сейчас мне нужно собрать еще шерсти чуть-чуть, потому что этого вряд ли мне хватит. Я сделаю поддон. Я уже, в принципе, даже не знаю, что мне можно еще делать. Пики-баутит, пики-баутит. Я сейчас соберу, сделаю поддон и на нем сломаю последний ряд лаки-блоков, чтобы у меня вещи в бездну просто так не падали. Все, я думаю, этого достаточно будет. 13 шерсти. Вот так вот, аккуратненько. Ой, чуть-чуть мимо, чуть-чуть закосил. Ладно, бывает. Да, ну бывает, бывает, бывает. Да-да-да, с кем не бывает. Все, осталось ломать последние лаки-блоки. Бабамс, папамс. Оу, железа так много выпало. Вот из них бы я сделал себе блоки. Но нету верстака, нету деревьев, ничего нету. Ладус, у меня за что есть блоки, я могу тебе помочь. У меня есть 8 эндерстоунов. Ты что сразу не сказал? Он много тебя не спрашивал. Офигел, я всю серию говорю, что у меня блоков нет, кубик. Ну, в смысле, а так ты у меня-то не спрашивал всю серию, вот я тебе ну, не все, говорю. Кубик. О, у меня первый взрыв появился, ура, я даже обрадовался. Ой, офигеть, конечно. Вот я за тебя так переживаю, просто капец. Не надо за меня потому переживать. Потому что посмотри, что происходит с моим кубик, монстром, это не, вообще какой-то не надо файл. За меня переживать, потому что я не сдох. Ну, да, бывает, бывает. Да, бывает. Да. Ну, ладно, еще лаки-блоки, да сколько... Еще лаки-блоки, сколько можно? Еще все. Да, это... их, пожалуйста. Ребята, они появляются и появляются. Я их больше ломать не буду, потому что весь свой остров я доломал. Теперь мы... А, Кубик, у тебя все тоже закончились, да? Да. Че ты делаешь, Кубик? Ты что делаешь? Я не понял. Подожди, я просто хочу твои лаки-блоки поломать. Можно? Так, Кубик, не с места. Полиция лаки-блоков здесь. Все, ребята, сейчас мы построим арену для ПВП и начнем дикое ПВП. Ну что ж, арена у нас полностью готова. И сейчас, кажется, ну, тут все понятно. Минус Кубик. Да стой, 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 ты же хотел с вами поделиться вещами. Стой, стой, стой. Ну стой, я просто говорю. Так. Слушай, я должен был выиграть. Все, я выиграл. Теперь могу поделиться вещами. Слушай. Владус, ты выиграл, потому что у меня просто вообще нифига. Оу, я такой быстрый, слушай. Я не знаю, да все, все, все. Сейчас я с тобой поделюсь, чтобы у нас было хоть какое-то интересное ПВП. Только у меня нет, кажется, нагрудника дополнительного, да? Да мне, в принципе, уже пофиг, я хотя бы что-нибудь надену. Вот, возьми шлем себе, в общем, я ботиночки себе надену. Воу, теперь я такой быстрый вообще, просто Соник. Подожди, у тебя есть какая-нибудь ружка, хотя бы какой-нибудь деревянный меч? Да-да-да-да-да, у меня есть мечи, в общем, на, забирай, на о, еще давай. Один такой же. О, вот, можешь, в принципе, одну базуку забрать, так и быть. А три я себе оставлю. Давай. Все. Все, походу, сейчас начнется самое эпичное ПВП, я сейчас завалю Владу так, сюда. Так, давай на счет три. Раз, два, три. Эй, иди сюда! Эй, иди сюда! Эй, что это такое? Блин, Кубик, я такой слоупок стал. А, все, я не слоупок. Подожди, а ты где? А ты где? Нифига ты как летаешь, что ли? Блин! Блин, 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 блин! Подожди. Ты летать можешь? Нет, я просто полетел вверх. А. Умей, я сейчас упаду. Пока, Кубик, подожди, подожди. Я тебя спасу. Ой, ты где? Ты что сделал? А я упал уже в самый низ. А, в смысле как? Сюда, а где мой лук? Было... Почему я же лук положил, слушай? Смотри, короче, я летел так вверх, а потом просто взял и разом упал. Я тебя убил? Не знаю, нет. В смысле нет? Я тебя убиваю! Да, я сломал тебе всю броню, Кубик. А, у тебя нет нагрудника. А вот где? Нифига себе, у тебя базука, конечно. На, получай мою. Да, она не такая, конечно, жесткая. Подожди, у меня что-то Майнкрафт залагал, я сейчас нифига не понимаю, что происходит. Ты в небо стреляешь и стреляешь, Кубик. Ёлы-палы, зачем ты это делал? Ой. Я мышка не двигаю, у меня просто все залагало. А у меня мышка в разные стороны двигается. Капец, Кубик, что происходит? Что происходит в этом ПВП, я не понимаю, ребята. Но, тем не менее, видос получился очень топовым. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, на канал Кубика, чтобы не пропускать новые видео. Это был Владус Маринадус и Кубик. Пока, тус.